Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня долгожданное видео «Пустые баночки. Бюджетная косметика за февраль месяц». Наконец-то я нашла время снять для вас это видео. Баночек не очень много, но есть что рассказать, показать. И давайте начнем. Первое. Закончилась вот такая мицеллярная вода Нивея. Мицеллярная вода для базового макияжа. Я пробовала ее первый раз. Вот, мейкап эксперт. Часто можно отхватить ее со скидкой в Ашане вообще за 150, за 170. Здесь у нас 400 миллилитров. Вот. Она сама по себе прозрачная, это просто, ну, маркетинговый ход. Хорошо снимает макияж, даже стойкий. Хорошо очищает кожу. Не подсушивает, не раздражает глаза. Извиняюсь за посторонние звуки, у нас реновация делают балконы. Снимает макияж, при этом не оставляя следов макияжа и жирной пленки на коже. Вот. Для комбинированной жирной кожи идеально на каждый день. Мне понравилось, удобный дозатор. Я буду брать еще. Закончился шампунь вот такой Вэлла у мамы. Здесь у нас 500 миллилитров, яркий цвет. Хорошо промывает волосы. Волосы чистые, живые, блестящие. Объема прям такого не дает, но блеск волосам дает. Вот. Надолго его хватает. Тоже можно отхватить со скидками. Но маме не очень так прям понравился. Я пробовала, мне понравился. Хороший шампунь. Без всяких таких, знаете, я бы сказала, силиконов. Вот. Она, наверное, любит больше фруктис. Ну, вот что-то такое силиконовое. А он такой средний. Консистенции не слишком жидкий, не густой и приятная отдушка. Я себе, возможно, куплю. Мама сказала нет. Следующее. Закончилась жидкость для снятия лака. Покупала в Ашане. Надолго мне ее хватило. Может быть, на 3 месяца, 4. Стоит там, ну, максимум 70 рублей. Здесь экстракт клубники, витамин F. Хорошо снимает лак. Не сильно пахнет ацетоном, вот, после него ногти не сухие, ничего такого нет, вот, ну, можно спокойно брать, вот, но прям вау-эффекта бывают какие-то, вот, для снятия лака, бывает, ну, получше, вот сейчас я пользуюсь, она намного круче. Так, закончился у мамы тональный крем Эвелайн, точнее, я его себе покупала, Medium Beige, он 300 с чем-то рублей стоит. Как пишет производитель, как тут пишет-то, где тут это, так, матовым эффектом, удобный дозатор, это плюс, вот этот колпачок, сам по себе тональный крем, ну, видите, он уже светлый, мне он подчеркивает шелушение, забивает поры, прям вообще, и его надо совсем вот капелюшечку, и он так распределяется. Но мне он не подошел, мне забивает поры, все. Мамы, он, кстати, нормально. На ней он отлично держался, хорошо смотрелся. Не забивал поры, не скатывался в течение дня. Вот, для жирной кожи подойдет. Но если у вас расширенные поры, есть, ну, шелушение, нет, не берите. Мне, к сожалению, я вот сколько брала Эвелайн, сколько тональных кремов, мне никакая не подходит. Не знаю почему. Но не подходит и все. Далее, закончился мой любимый пропеллер, лосьон салициловый от прыщей. Ну, там 50-60 стоит. Периодически беру, хорошо борется с высыпаниями, с акне, ускоряет процесс заживления для комбинированной кожи. Если вы видите, что скоро появится, просто хорошо очищает. Вот. Я его периодически беру, ну, долго говорить о нем не буду. Так, следующее, закончился... Мама такой дезодорант Рексона. Мы такой первый раз брали. Активный контроль, антибактериальный эффект, антиспирант. Приятный такой глубокий аромат. Не слишком сладкий. Не, ну, такой, можно сказать, возрастной немножко аромат. Вот. Хорошо. Защищает. Не сушит кожу. Ой, как солнце-то выглянуло. Не сушит кожу. Маме понравилось. Моей тете, например, ей больше только Рексона нравится, хлопок, который кремовый. Вот она только им пользуется. Вот такая. У всех, понимаете, разная кожа. Вот. Да, возможно, повторим.
Так, прошел срок годности вот такой крем Либридер. Мы даже мама не смогла им пользоваться, я не смогла, я только в том году пользовалась немножко. Ну, это крем более жирный, подойдет для сухой кожи, у кого, не знаю, климат или сильные морозы, очень сушится кожа, он прям такой жирный, чем-то детский крем напоминает. Приятная одушка. Вот я вам просто покажу. Он очень жирный. Очень. И от него остается прям пленка. Вот. Мне кажется, он даже немножко насиликоненный. Вот. Но кожа после него гладкая, бархатистая. Ну, не знаю, он очень плотный. Для моей кожи не подошел. Вот, тем более я брала со скидкой. Как пишет производитель, здесь депантенол, витамин Е, Ф, А. Ну, мне кажется, это подойдет у кого совсем уже, вот, понимаете, обезвоженная кожа. Не знаю, кто на улице работает или пересыхает от офиса, квартиры. И к аллергическим реакциям кожи, видите? А так неплохой, но вот, пленочка осталась, видите, на руке. Он немножко такой плотный, детский крем чем-то напоминает. Далее, закончился срок годности вот такого популярного крема. Его все покупают. Это Бору Плюс. Я часто использовала, когда мне что-то надо было, чтобы у меня какая-нибудь ранка, что-то зажило. Или сухость сильная. Он фиолетовый и зеленый. Этот вроде фиолетовый, да. Индия. Я не первый раз его беру, я его повторю. Вот. Он реально помогает при различных сухости, раздражения, аллергических каких-то реакций. И он натуральный. Только говорить не буду, потому что я не первый раз его беру. Так, закончился. Ой, не закончился. Прошел срок годности. Я его покупала со скидкой 200 с чем-то рублей. Это тональный крем Stellari. Цвет 102. Он мне вообще не подошел, просто валялся, и тут пришел время срок годности. Мне Stellari тональные кремы вообще не подходят. Может быть, если они выпустят что-то новое, да, подойдет. А так вообще не подходит. Он подчеркивает все шелушения. Он такой вот, видите, немножко жидковатый, такой вот розово-бежевый. Распределяется. Он мне все подчеркивает, забивает поры, шелушения. Ну, не знаю, не для меня. У кого расширенные поры, шелушение, это не для меня крем. И в течение дня немножко скатываться. Ну, не мой крем, вот. Многие хвалят, кому-то подходит. Мне нет. Так, а что? Ну, ничего тут особо не пишет. Выравнивающий тональный крем. Все. Тон 102. Я не буду. Вот, все. Выкидываем. Так, закончилось по сроку годности Essence, вот такие два блеска, очень хорошие, берите, кто любит блески, они 100 с чем-то рублей стоят. Это у нас ягодный, ежевика такой красивый. Классный. Вот блески, вот видите такой. Ну, сейчас не буду, уже срок годности. Красивый такой, ягодный. Ну, немножко оставалось, не добила. Вот, а так классный. Ну, он не держится, конечно, в течение дня. Это не помада, это блеск, вы сами понимаете. И второй, маму себе вот такой персиковый брала. А, нет, это я себе персиковая, а мама ягода. Он такой более классный. Хорошо увлажняют. Он полупрозрачный, с фруктовым ароматом. Классный, возможно, повторю, классный. И с собой в сумочку очень удобно. Так, уж срок годности. Я не знаю, в подарке где-то нам дарили вот такую помаду. Лавелли липстик. Даже не знаю, какой оттенок. Но она такая вот. Просто она немножко суховатая. Ну, не сказала, такой цвет яркий. И она немножко, ну, не знаю, что-то она или цвет нам не подошел, что-то она вот такой не очень подошла. Вот. Срок годности пришел, выкидываем 0,2 оттенок. Так, закончилась гигиеническая помада Финель клубника. Это делает Таиланд. Очень хорошо увлажняет, до 30 рублей стоит. Приятная отдушка, аромат. Постоянно берем. Бальзам для губ обязательно нужно, гигиенические помады. Следующая, тоже моя любимая, до 25, Fruit Dime, бальзам для губ. Вот такая клубничка, тоже в Ашане брали. Она более, вот видите, мама, она более такая желтоватая, немножко по другой консистенции. Более, наоборот, грубоватая. Тоже хорошо увлажняет.
бюджетно стоит, приятный аромат клубники. Так, закончились спонжи. Я только постоянно беру спонжи Fix Price. Вот эти 50 рублей, вот упаковочка осталась. Часто их менять и хорошо снимать. Какую-нибудь пенку для умывания, маску. Просто на ура. Но менять их надо часто, потому что там копятся бактерии. Или их промываете чем-то, мойте. Так, следующее. Закончились две маски. Кофемини, я их от 50 с чем-то рублей там в хоум-маркете. Так, первое, это сос. Она подойдет у кого уже совсем кожа на грани, сухая, обезвоженная. Потому что здесь она более успокаивающая. Лекало нормальное. Нормальное лекало. Пропитка средняя. Не сильная, немного средняя. Она избавит вас от отечности, покраснения, активно насыщит кожу полезными веществами. И банан наполнит кожу влагой, успокоит, придаст ее гладкость. Если вы обветривались, знаете, такое вот раздражение, на улице долго были, и вам немножко надо кожу привести в порядок, чтобы она пришла в себя, возьмите вот эту масочку. Следующая маска больше мне понравилась. Она вроде, я даже не знаю, как называется. С экстрактом японских водорослей. Тоже хорошее лекало, пропитка. Здесь эффективно устраняет сухость и чувство стянутости. Вот сейчас период такой. И экстракты водорослей стимулируют, естественно, выработку коллагена, способствуют удержанию влаги, что позволяет держать твою кожу в тонусе. Очень хорошая, мне понравилось. После нее кожа тебе говорит спасибо. Так, следующее. Закончилась моя любимая масочка с гиалуроновой кислотой, вот эта вот, корейская. Очень много пропитки, прям, ой, такая тонкая. Кожа после нее просто классная, увлажненная, отдохнувшая, тонизирующая. Здесь она питает, смягчает эпидермис, нормализует гидробаланс, выравнивает тон лица, улучшает цвет. Вот. Ее держать 15-20 минут. Я ее периодически повторяю. В Ашане можно отхватить, ну, до 80 рублей максимум. Вот эти масочки черный жемчуг, который вот Магнит Косметик брала. Мама пробовала вот эту вот проколлаген. Немножко такое небольшое, где глаза широкое лекало. А, такая вот, как, ну, вот видите, молочная пропитка тоже немножко осталась. Вот. Ну, после нее кожа мама гладкая, бархатистая. Ну, не знаю, питание, омоложение, она вот эту масочку делала. Она редко делает, но я говорю, тебе это надо. Вот. Но ей вообще нравятся и крема черный жемчуг. Они легкие, легко впитываются. Вот. Ну, я прям не могу сказать, что я черного жемчуга прям вау от этих масок. Другая маска, вот, которую я делала, это омега-кислоты, обновление. Она выравнивает рельеф кожи, омолаживает. Кожа более мягкая, бархатистая. Вот. Мягко стимулирует, улучшает рельеф кожи. Ну, так, мне просто немножко не нравится сама ткань, из чего сделана маска. Мне кажется, немножко крупноватая, грубоватая, такая и у чистой линии. Ну, это понятно, что мой любимый бренд. Но вот почему-то эти маски я прям не могу сказать. Вот это да, понимаете? Вот. Даже вот эта маска очень классная. Тоже в хоум-маркете покупала. Здесь она более... здесь содержится японская береза, восточные травы, увлажнение, стимулирует обменные процессы, антиоксиданты, бактерицидные действия, увлажняет, успокаивает кожу. Вот на зимний, весенний период в самый раз, потому что мы на улице ходим, то снег, то снег с дождем, то сильный ветер, то в офисах постоянно, в офисе, в квартире, от сухости кожа шелушится и так далее. Тоже ее держать 15-20 минут. Вот. Но мне больше зеленая нравится, она еще круче. Вот. Здесь знаете, что содержится? Экстракт японской березы, биотин, аргинин, алатонин, шелковица, анжелики, астрагала какой-то. Ой, сколько тут всего содержится. Вот это мне очень тоже понравилось. Вроде фикс прайс такая маска. Очень понравилось, хорошее лекало. Тоже держать 15-20 минут и до полного впитывания. Здесь масло макадами. Ну, понятно, почему оно мне понравилось. Органи, жижаба, абрикосовые косточки. Вот, насыщает кожу полезными компонентами.
глубоко увлажняет липидный слой, сужает поры и моментально смягчает, как два в одном, если у вас комбинированная кожа, как у меня. Вот. Приятный аромат, потому что здесь жожоба, масло органа, я очень люблю, когда вот даже в масках тканевых. Классно. Вот. Еще забыла рассказать, вот такой спрей-кондиционер Фара. Ну, я отдам кого-нибудь, родственника, вот. Он 100 с чем-то рублей стоит, неплохой, но прям что легко после него расчесывается, я не могу сказать на 100%, на 50%, вот. Он дает еще увлажнение, здесь содержится гиалуроновая кислота, вот, и эффект предотвращает сухость и хрупкость волос. Вот, это у нас делает русская косметика, город Одинцово. Вот. Ну, я купила новый, мне нравится больше капус. Вот, а там муж, старший племянница, у нее длинные волосы. Ей подойдет для расчесывания. Немножко, несколько раз попробовала, просто отдам ей. Кто такую пробовал, напишите, как вам. А так неплохое бюджетное средство. Даже перед укладкой. Вот такие были пустые баночки за февраль месяц бюджетной косметики. Надеюсь, вам было интересно. Жду от вас подписку, лайк. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не болейте, потому что сейчас март, такой период тоже. Марток, одевай 7 барток. Вот. Ну, весна, наверное, после 15-20 марта к нам придет, надеемся. Сугробы потихоньку у нас тают. Так что не обижаем, подписываемся на канал, ставим лайк. Все, с вами были Анечкины глазки, всех целую, обнимаю. До следующего видео, пока-пока.